Всем привет! 22 апреля – Всемирный день Земли, и сегодня мы покажем вам, что можно сделать из материала, который, в принципе, можно было уже выкинуть, да, Ильна? Начинаем делать? Да. Сейчас мы будем делать из таких крышечек червячка. Нам понадобится веревочка и ленточка такая-то. Да, и заранее мы в крышечках вот такие вот дырочки уже сделали в каждой крышечке. И вот еще два... Как их? Два яичка от киндер-сюрприза нам понадобится. Это будет голова нашего червячка или как или гусеницы. Что это получится? Посмотрим, да? Я так вкладываю. Давайте начинать будем. У нас будет эта гусеница. Открываем яичко. Ильнара открывает и свое. Давай, Русалин, я тебе помогу. Сперва просовываем шнурочек наш в яичко. Надо. Вот так вот засовываем мы. Киндер нашу. Здесь заранее мы завязали узелочек. А у меня так и закрываем. А у меня не получается. Сейчас я тебе помогу. И теперь начинаем вот так вот насаживать наши крышечки по очереди. Мам. Сейчас, Русалин, я одну насажу и тебе, да ладно? Вот так вот. На, продолжай. Делай. Смотрите, какие у вас змейки получились. Да, только я еще улыбку не рисовала. Мордочку рисуете? Русалин, стираешь, что ли, там что-то? Это. Не надо, бери. Давай, рисуй. Что там? Бьет мама. Вот смотри, ротик. Мама, я хочу не червячка, а гусеницу. Ну пусть это будет гусеница. А я думаю. А ну-ка, у тебя какая мордочка? Мама, я там молчу. Давай, показывай. Или на тебя не видно. Вот. Вот таких червячков, гусениц можно сделать из крышечек, да? Все? Сделали? Да. Также из двух баллонов можно сделать вот такой вот небольшой пенал. Для этого нам еще понадобится, конечно, тут ремешок и атласные ленты для декорирования ремешка. Сюда можно положить карандашики. Для девочек можно положить там что? Колечки, бусики, браслетики. И будет такой пенальчик. Косметичка. Вот так. Также у нас в доме есть вот такие вот вазочки. Одну мы делали вместе с вами. Первая высокая служит нам уже не первый год для вербы. Делали мы их из баночки из-под чипсов, в принципе, которые можно было выкинуть. Также у нас есть вот такая вот корзиночка для пасхальных яиц. Она служит нам тоже уже не первый год. Я даже не помню сейчас уже, когда ее сделала. Здесь я использовала вот такой вот отсек для яиц бумажный. И здесь в основе у меня пластиковая коробочка, в которой продаются фарш. Вот такие вещи можно сделать.